А на судоремонтном заводе Архангельска загорелся круизный теплоход «Ломоносов». Судя по кадрам, огонь охватил обе палубы судна. Круизный теплоход, который находился на ремонте в порту Архангельска, загорелся по неизвестной причине. Пожар, охвативший обе палубы, не могли погасить со вчерашнего вечера. Площадь пожара практически 1000 квадратных метров. Кстати, это второй такой инцидент с разницей в год. В мае прошлого года на борту этого же теплохода и в то же время во время ремонта уже происходил пожар. Тогда горел трюм. Огонь повредил стены машинного отделения. А под Волгоградом беспилотник атаковал грузовой поезд с топливом. С рельсов сошли 9 вагонов. 2 из них загорелись. Официально атаку не подтверждают, а федеральные СМИ заявляют о постороннем вмешательстве как причине ЧП. Вон он. Где? Где? Офигеть. Не страшно. Мама. Он с ломом упал.